Блин, да что ж такое-то? Давайте, попытка номер два. Камень, камень все. Так, этого берем, этого вот этими рукавичками. Все, замечательно. Нам открыт путь дальше. Тут ничего сложного не должно быть. Так. Так, тут ничего нет. Да, тут ничего. Ну ладно, тогда смело просто двигаемся туда. Дальше. Только сохранимся сначала. Ну что ж, теперь мы сохранились, и можно уже совсем смело двигаться вперед. Так, теперь у нас есть барей, и мы можем активировать замок. Тот, который у нас в тот раз не получилось активировать. Все. Суперски. Так. Просто... Прошу прощения. Просто скелеты лежат. Все ясно. Так, нам нужно только здоровье. Кто здесь? Мой сын! Мой прекрасный Икар! Хорошо, хорошо. Ледяной дождь. Ты должен сразиться со Скорпионом. Ледяной дождь — это и есть секрет лабиринта. Чтобы спастись, мы должны собрать его. Ты молодец. Ты уже начал. Я видел, как перемещались кубы. Так вот, попав внутрь, используй дар Борея. Он позволит тебе управлять лабиринтом. Ты же... Что ты сделал с моим сыном? Мой сын! Где мой сын? Мой сын мертв, Кидал. Мой сын... Мое дитя... Нет... 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 Я взял дар Аида, жидкий огонь и ледяной дождь, чтобы создать силу лабиринта. Создать силу! Силу созидания. Силу разрушения. Владыка богов оставил меня. Если я построю лабиринт, он обещал вернуть мне сына. Он сказал, что если взять жидкий огонь... О, мой сын, о, мое дитя. Все ясно. С ним. Так. Так, туда мы сможем запрыгнуть? По веревочке. Вроде все выглядит очень просто. Так, сюда. А...
Понял. Так. Вот сейчас вот сюда. Да вроде все просто. Yes. Дело за малым. Активировать этот замок. Да, огромные механизмы вообще. А что с Дедалом? Неужели он погибнет? В общем, все организуется в очень большой куб теперь. Мега большой куб. Вот и все, мы внутри. Типа. Так. Ну что, я предлагаю сохраниться. Так, нет. Перезапишем существующую. Good. Good, good, good. Так, что у нас здесь? Опаньки. Сейчас мочилово опять будет. Ну давайте, ребят. Промахнулся. Ай-яй-яй-яй, не успел. Хорош серия. Самое отличное, что он подлетает еще вверх. Да, вот не успел. Ладно, пошли вон. Так, вот эту малютку надо приручить. Всего лишь. А ну-ка, отведайте. Так, раздох. Это убиваем. Смачно, смачно. Многовато их. Одна все-таки на меня заскочила. Но мы ее быстро сняли. Good. Кстати, что это я? Чуть не пропустил. Так, очень-очень интересно. Так, что мы имеем? У нас, кстати, здесь есть ящичек. Второй глаз Горгоны. Неплохо. Ловушечки. Давай, 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 порежь, порежь. Опа. Все.
сделано. А вон еще сундучок, глядите. Замечательно. Кстати, что там нам прокачать надо было? Максимум, 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 максимум. Когти Аида. Четвертый уровень. Все. Похоже, все на максимуме. Циклоп. Ярл Кентавр. Ладно, пусть будет это. Все на максимуме. Отлично. А кубы-то движутся. То есть я прохожу уровень, и они куда-то передвигаются. Ох. Очень интересно. Так. Так, 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 так. Что тут надо сделать? Ай, нет, чуть не открыл. А, примерно понял. Вот эта же штука не зря, наверное, стоит. Хотя нафиг. Сейчас вот так вот сделаем, она сама сейчас упадет. Так, теперь мы ее перетащим сюда. Супер. А теперь мы ее поставим вот сюда. А сами... Нет. Там вообще не надо. Так, мы... О, тут жесть. Что-то будет серьезное. Ну ладно. Окей, козлятки. Вон, шипы. Ух, чуть не напоролся.